На выставке-ярмарке «Любимая Индия» без труда можно окунуться в атмосферу настоящей индийской культуры. Чему так способствуют представленные здесь благовония, одежды и украшения. Но, пожалуй, главная гордость ярмарки – тот самый индийский чай, о котором все мы слышали с детства. Уже многие столетия материковая Индия и соседний остров Цейлон остаются лучшими мировыми производителями этого напитка. Не случайно на этой выставке представлен широкий ассортимент как зеленого, так и черного чая. Особое место занимают и специи, разнообразие которых приятно удивит любого гурмана. В первую очередь расфасовка – это очень важно, потому что которые индийские расфасовки – это именно технология Англии, которая из старых времен, как правильно сохранить при транспорте чая. Потому что если нарушить растаможку, то чай питается разным запахом, и уже это не совсем чай. Большой выбор текстильных изделий также переносит нас в Индию. Платки и палантины из индийского шелка и кашемира, шерстяные кашмирские шали, платья и сумки, вручную расшитые национальными узорами. Все изделия выполнены из натуральных тканей, а цветовая гамма и узнаваемый индийский мотив буквально повторяют стиль героев Болливуда. Вся одежда представлена в натуральных тканях. Это изделия из хлопка. Ну вот, в частности, хотела бы продемонстрировать вот такое изделие, как платье. Достаточно, это вся серия очень хорошего качества. Это 100% хлопок, оно все с подкладами, из марлевочки, вручную вышито. Отшиваются эти модели на Европу, на экспорт. Соответственно, качество будет очень хорошее, ткани не линяют, не выгорают. У них очень комфортно летом, не жарко. И преимущество натуральных тканей знает каждая женщина. Но, пожалуй, основное внимание приковывают к себе ювелирные украшения и бижутерия. Здесь найти себе украшения по душе смогут девушки и женщины даже самым изысканным вкусом. Золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни. Также в рамках выставки представлены изделия из натурального балтийского янтаря. Ну и, конечно, колье, браслеты и кольца, украшенные изумрудами, бирюзой, топазами и сапфирами. Все это можно потрогать и примерить. Мы привезли драгоценных, полудрагоценных камней Индии. Вот. Наши российские ювелиры из драгоценных, полудрагоценных камней сделали очень красивые изделия, ручной работы, авторские. Приятным бонусом для покупателей ювелирных украшений от 3000 рублей будут специальные подарки. Также большой интерес для посетителей представляет ряд индийских препаратов, основанных на рецептах древней аюрведы. Это лечебно-профилактические и косметические средства по уходу за волосами, кожей лица и тела, бальзамы, крема, шампуни. Здесь можно найти как традиционную хну, так и самые экзотические средства. Выставка-ярмарка «Любимая Индия» продлится до 15 декабря и будет открыта с 10 часов до 7 вечера по адресу Картинная галерея, улица Красноармейская, 56. Вход свободный. Юлия Житная, Каплан Барлаков, Эмиль Маркарян, Архыз, 24.